Привет, меня зовут Павел. В этом видео я расскажу об основных характеристиках пылесоса LG VK76R03HU. Этот пылесос оборудован технологией прессования пыли компрессор. Это отличный вариант для семей с детьми или аллергиков. Такой пылесос позволяет навести в помещении идеальную чистоту, а когда вы решите почистить отсек с мусором, обнаружите там компактные спрессованные брикеты из пыли. Очень разумное решение, чтобы не рассыпать мусор во время чистки пылесоса. К тому же в пылесборник помещается гораздо больше мусора, и его нужно реже чистить. Длина кабеля у этой модели равна 6 метрам 30 сантиметрам. Ее должно хватать для уборки нескольких комнат без постоянных переходов от розетки к розетке. Эта модель не будет доставлять вам дискомфорт из-за своего уровня шума. Вы легко сможете разговаривать с кем-то или слушать любимую музыку даже с работающим пылесосом в руках. Не менее важно поговорить и о системе фильтрации воздуха в самом пылесосе. Именно она отвечает за то, чтобы собранная пыль снова не оказалась в воздухе. Этот пылесос оборудован HEPA-фильтром. Он обеспечивает наиболее качественную очистку воздуха. Многослойный фильтр HEPA-12 улавливает аллергены и мельчайшие частички пыли, оставляя только чистый и свежий воздух в вашем доме. Чтобы узнать о товаре больше, заходите на наш сайт lg.ru. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Приятных вам покупок!